Доброго вам дня, дорогие мои друзья! Это пляж Фериплака с поверхности с красными камнями. Спускаемся. Дорога нормальная, не так как на Клевтику. Красный камень, как на горе. А это желто-коричневый, желто-красно, не знаю. Итак, друзья, я на вершине. Да, это трудно, но это стоило. Здесь, где красные и белые камни. Это, ребята, огонь. Подъем вот отсюда. Но очень опасно. Будьте осторожны. Вот так, вот так, вот так. И теперь, друзья, посмотрите, что спереди с меня. Это же огонь.
белые, розовые, красные, коричневые. О боже, это же красота! Обалдеть! Доброе утро, дорогие друзья. Едем на пляж Тигралдо.
Спуск, ребята, вот такой. Еще нам ждет лестница. И как там спуститься с камерой и стабилизатором, не знаю. Вот так спускаемся. И опять спуск. И спуск, и песок. Как здесь толстые проходят, не могу понять. Да они, может, не спускаются. Вот такой спуск с лестницы. И ждет все это. Море на сегодня огонь.
Время, друзья, загорать. Сентябрь месяц. На весь день релакс. Вот там маленький бассейн. Можно в нем лежать. И здесь нырнуть. Глубоко, но то, что надо. Сзади этой холмы пляж. Там, где я с дроном снимал. Там уже толпа туристов. Мое идеальное место, где можно загорать спокойно, без никого. Клима – это рыбацкая деревушка. Домики использовали рыбаки гаражом и место отдыхов рыбаков. Они покрашены очень яркими цветами, чтобы преодолеть издалека место их нахождения. Прогуляемся немножко. Вообще-то хочу пройти отсюда и зайти сзади, там катакомбы, где хоронили христиан. Здесь вообще-то очень скользко. Возможно дойти. Здесь вода. Завтра утром мы войдем туда и посмотрим, как нам смотрится внутри. А теперь запустим дрон.
Катакомбы. Расположение по соседству с поселком Трипиди, дата построения которых приходится на конец 2 века, представляют собой три катакомбы, плавно переходящие одна в другую, а также прилегающую к ним гробницу. Известно, что именно здесь искали убежища первые христиане Милуса, о чем свидетельствуют многочисленные находки внутри катакомб. Учтите, что на сегодняшний день для посетителей открыта только одна катакомба. Вторая, именно там и находится центральный вход. Ученые называют катакомбы самым значительным памятником эпохи раннего христианства. По сути, катакомбы – это древние вулканические пещеры, в которых в древние времена верующие прятались от язычков. Здесь даже сохранились скальные рисунки, оставленные первыми местными христианами.